далекой стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Всем привет! В эфире наш универ. Я Роман Пастушок. И я Наталья Савина. Расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня в программе все танцуют локтями. Учимся танцевать вакинг. Снова бал. Да, но такого бала вы еще точно не видели. Просите слово. Просите зрелищ. Идем на «Прошу слово 2». На-н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 а. Наташа, о чем поговорим сегодня? Прошу слово. Стимпанк-бал и философия танца. Я, конечно, знал, что тяжело понять женщин, но чтобы настолько... Но все же попробую. Ты хочешь рассказать о философии танца, поэтому просишь слово. Не совсем так. Тогда я ничего не понимаю. Смотри и все поймешь. Танцы, танцы, да это же так легко. Делай, что хочешь, двигайся, как пожелаешь, а потом скажешь всем, что это новое андеграундное направление. Легко тебе говорить, а ты возьми и попробуй сама. А вот возьму и попробую. Только вот что выбрать? Бок, хаус, контемп? После недолгих размышлений мой выбор пал на вакинг. Основу танца составляют очень быстрые и четкие движения руками. Он зародился как пародия на оперных див. Это танцевальное направление появилось в клубах Нью-Йорка в 70-е годы прошлого века. В настоящее время танцоры заботятся о сохранении истории танца, передаче его настроения и культуры от поколения к поколению. Специально для этого создана целая империя вакинга, а точнее имперский дом. Этот дом основал Тайрон Проктор. Это вот один из людей, кто начинал танцевать вакинг, и он дал само название вот это вот вакинг. И он основал этот дом. И в чем суть этого дома? У нас, то есть по всему миру всего лишь один дом, но в каждой стране, да, стране, не городе, именно стране, есть, как сказать, свой главарь, то есть мама или папа. Этот человек развивает больше всех, то есть следит за развитием вакинга. Чтобы стать членом Imperial House of Wacking, необходимо достичь высокого уровня в танце. Из красноярских танцоров в нем состоят только трое, в том числе и наш эксперт Лера. Вакинг – это не просто танец, это игра со зрителем, кокетство. Поэтому он требует от танцора не только технически чистого исполнения движений, но еще и артистичности и эмоциональности. Как говорят сами танцоры, танец нужно чувствовать. А мне пора переходить от слов к делу. Ставим такую стойку, следим за локтями, локти высоко. И теперь у нас только эта часть руки, назад за голову, вперед. Раз, два, раз. Два. Когда делаем этот мах, среди своих мы его называем капюшончик, потому что это как будто капюшон снял, одел, снял, одел. Обязательно нужно следить за предплечьем, чтобы оно было ровно и не двигалось, не шаталось никуда. Угу. Основные элементы я освоила на индивидуальной тренировке, а теперь могу перейти к занятию в группе. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд, но под руководством профессиональных тренеров можно добиться хороших результатов. А вы мечтали когда-нибудь оказаться в 19 веке? Зачитывались в детстве романами Жюля Верна? Хотели бы очутиться в альтернативной реальности? Если хотя бы один из ваших ответов был положительным, то добро пожаловать на юбилейный бал студии Клио в стиле стимпанк.
Направление стимпанк – это альтернативная реальность, которая возникла во второй половине 19 века с появлением паровых машин. Направление стимпанк можно встретить в киноиндустрии, литературе и даже в компьютерных играх. Студия исторического танца «Клио» впервые организовала в Красноярске стимпанк-бал, посвященный возвращению профессора Фергюсона из дальнего путешествия. Вспоминайте сюжет одного из романов Жюля Верна. Ранее мы проводили балы, приуроченные к определенной исторической эпохе. Так как мы занимаемся балами историческими, мы взяли историческую эпоху, а точнее произведение Жюля Верна, однако придали ему некий современный колорит, выбрав именно эту тематику. Тематика пришла спонтанно, неожиданно и очень интересно. В целом, балы в нашем городе проходят не столь часто, и каждый бал буквально на вес золота. А бал такой тематики проходит впервые, и я надеюсь, что в дальнейшем направление стимпанк будет у нас развиваться, это будет такой некий толчок и отправная точка для формирования уже нового вида культуры. Считается, что предпосылками к появлению стиля стимпанк стали литературные произведения Жюля Верна, Марка Твена, Герберта Уэллса. Это эпоха изобретений, появления паровых машин, дирижаблей и первых аэропланов. На бал в стиле стимпанк дамам дозволено надеть чуть больше характерных украшений, а джентльмены могут щеголять в специальных очках – гоглах. На этом балу вы не найдете двух одинаковых костюмов. Свои наряды гости украсили различными механизмами, шестеренками и прочими штуковинами. В повседневной жизни все они находят практическое применение. Среди гостей бала можно было встретить знаменитых путешественников, ученых, аристократов и даже темных личностей, реальных персонажей и вымышленных литературных героев. Это офицер Ее Величества британского флота, но флота необычного, он летающий. Я, собственно, являюсь капитаном дирижабля. Идея костюма была вообще не моя, я его взял на прокат, но мы его долго искали, и чтобы обыграть эту роль, нам понадобилась фуражка, ботиночки, платочек и, собственно, вот этот замечательный плащ. Бал переносил всех в атмосферу 19 века. Макет дирижабля, проект города с железной дорогой, стилизованные настольные игры и даже музей с экспонатами ушедшей эпохи. Где еще такое можно увидеть? На мероприятии присутствовали гости из разных уголков нашего края и даже из других регионов. Александр прибыл к нам из столицы. Молодой человек второй раз оказался на Красноярском балу и абсолютно уверен, что это запоминающееся событие. У нас в Москве очень много балов устраивается, конечно, там каждые выходные, но редкий бал можно назвать таким грандиозным, ну, или особенным событием, которое запомнится. Вот. Эти балы, мне кажется, одни вот стоят в том же ряду, потому что здесь высокий уровень организации. Организаторы очень тщательно подходят к выбору танцев, к подбору и выяснению схем. Между отделениями гостям был предложен фуршет, где даже обычное печенье было в форме шестеренок, знаковых символов эпохи. Хозяева бала устроили небольшое представление с холодным льдом. Безалкогольный напиток мог выпить любой желающий. В конце вечера праздничный торт и фото на память. Повторить бал в стиле стимпанк организаторы планируют, но случится это не скоро. Зато они обещают другие яркие события. Среди институтов Сибирского федерального университета прошел шоу-конкурс «Прошу слово 2». На сцене театра музыкальной комедии разыгрались нешуточные страсти и творческие баталии. Ну а теперь обо всем поподробнее. Остаются считанные минуты до начала праздника, а за кулисами идут последние репетиции. Ребята, которые сами придумали свои творческие номера, проводят генеральный прогон. А чем сегодня хотите удивить? Но мы сегодня будем удивлять творческим и номером КВН. Я думаю, что будет шикарно. Мы долго готовились, у нас много идей. Думаю, что все будет хорошо. О, ну это же вообще грандиозное событие. Это очень здорово, весело. Я думаю, что люди, которые придут сегодня в этот зал, они получат множество позитивных, интересных каких-то эмоций. Будет все здорово. Пока артисты репетируют, гости вечера готовятся поддержать свой любимый институт. Кто мы? Нефть! Кто мы? Газ! Кто мы? Нефть и газ!
Прежде чем попасть на «Прошу слово 2», все участники прошли отборочный этап конкурса, снимали видео о своем институте. А сегодня самые талантливые выйдут на сцену. По мнению организаторов, именно этот формат праздника позволяет сплотить студентов и сотрудников Сибирского федерального. У этого мероприятия цель уже третий год одна и та же – позволить в такой вот неформальной атмосфере встретиться, вместе поработать, что-то подумать, покреативить вместе с сотрудником, студентом, выпускником, преподавателем, ну и директором всех институтов, потому что в обычной учебной обстановке, по-моему, практически никогда у них этого не удается сделать, как минимум, в таком действительно большом составе. Директор Института нефти и газа СПУ уже не первый год принимает участие в шоу и считает, что конкурс способствует взаимопониманию между студентами и преподавателями. Я всегда поддерживаю студентов. Ну и когда я участвую с ними в этих мероприятиях, я немножко вспоминаю свою молодость. До начала праздника гости могли развлечь себя, сделав фотографии в необычном наряде. Шоу-конкурс «Прошу слово 2» стал настоящей традицией для студентов нашего универа. Посмотрим, чем в этот раз участники удивят своих зрителей. Жюри, как всегда, отличалось компетентным и представительным составом. Ректор нашего универа всегда находит время на посещение этого праздника. Считаю, что это очень хорошая традиция, и дай бог, чтобы эта традиция продержалась как можно дольше, потому что это объединяет, это в какой-то степени передача некоторого опыта. Отличительной чертой «Прошу слово 2» является то, что его участники не только студенты, но и преподаватели, а также выпускники нашего универа. Особенно «Прошу слово 2», которое задумано было как раз как мероприятие, которое привлечет в университет выпускников. И мы очень рады, что выпускников каждый год все больше и больше в командах, и они понимают, что без них мы очень скучали и, надеюсь, будут чаще приходить в университет. Участники «Прошу слово 2» порадовали зрителей не только танцами, песнями и световыми шоу, но и устроили самый настоящий театр теней. Талантливые и активные студенты Сибирского федерального и в этот раз устроили грандиозное и яркое шоу. Беспрецедентным победителем в смешном конкурсе стал Институт нефти и газа. За первое место в творческой номинации упорно боролись до последнего сразу два участника – Институт управления бизнес-процессами и экономики и Юридический институт. Но по решению жюри приз был отдан первому номинанту. Поздравляем всех участников и с нетерпением ждем новой встречи! В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф, а также приглашаем в нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». «Прошу слово». «Вакинг». «Стимпанк Бал». Все это в универе. В нашем универе. Там и увидимся. Пока. Мы смотрим вверх, а не вниз. Наша жизнь – мания. И самый главный девиз – стремись к знаниям. Время настало. Наш универ вещает из телеканала.